Всем привет! Это продолжение прохождения Assassin's Creed Valhalla, дополнение DLC 1 «Гнев друидов». На причале вашего поселения появился человек, который поможет начать новое приключение. Кто бы это мог быть? Доступны личные набеги. Также в деревне Наут появятся новые навыки. Не забудьте ознакомиться с ними. Нужны ли они мне? Не знаю. В навек на реке. Оба! Разблокировал я тут пару кораблей. Какие-то там шмотки, квест какой-то еще дополнительно. А что мне за значок какой-то внизу, я не пойму, был только что. Интересненько. Да, вот часть от корабля. Хайсам! Мы так не договаривались. Хайсам! Какую-то Хайсама ищет. Может, ты поможешь мне найти Хайсама? А зачем он тебе нужен? Он ждет меня с товарами из Ирландии. Моим судам позволят здесь пристать? Азар! Вижу, ты и Эйвор уже встретились. А, так ты и есть Эйвор. Значит, у меня для тебя весть из Ирландии. Я никого там не знаю. Это письмо от короля Дублина. Увы, оно, кажется, пропало. Король Дублина? Зачем бы ему мне писать? Он хочет расширить торговлю с Англией. Вот для чего я, собственно, здесь. Азар с востока, но живет в Ирландии. Что до торговли, Азар, королю следовало написать Рандви. Он сказал, что Эйвор знает его, и просил сопроводить тебя на пути туда. Я не знаю никаких королей, и не собираюсь в Ирландию. Но сперва, Азар, тебе нужно построить торговый пост. И где твой корабль? А, да. Увы, у нас случилась неприятность. Наши соперники перекрыли судам путь вверх по реке. Это повредит всему Рейвенсторпу. Жди здесь, я ими займусь. Как видишь, Эйвор любит действовать быстро. Найди меня, когда река будет свободна. Конечно, друг мой. Спасибо, Эйвор. А я пока разыщу письмо короля. Ты все твердишь, будто я знаю какого-то короля. Что за вздор? Да что за король может слать мне письма из Ирландии? Да, вот интересненько. Что же это за король? Куда нам бежать? А, ну тут недалеко получается, или нет? Это у Хайсам есть новости о кодексе, тут встреча снова прибывших на пристани. А вот сюда, походу, мне и нужно. Путь в Ирландию, да. К местной морской блокаде. Да я что, по-быстренькому сейчас переместимся. Телепортнемся, зачем нам? Бежать куда-то. Сейчас прыгнем, и уже тут мы. Хоба. Да, только не здесь была соломка-то, ё-моё. Эйвор, что ты творишь? Я вроде в солому прыгал. Соломка-то вот она была. Да. А сейчас вот прям зачем туда залазить-то, вылези, ё-моё. Немножко забываю уже, что тут, куда тут. Отыграть. Ну что, сейчас вспомним. Это у нас подкат, ворот. Ух ты. Что-то там жахнуло. Я, по-моему, не туда бегу. Да, они меня почему-то обратно отправили. Отслеживать. Надо туда бежать, а я... Так, лошадка. Ворот. Это нас вор. Покажи, что впереди. Это жизнь, я вас помню.
Если честно, я уже подзабыл, как тут играть в нее, какие навыки. Тут у нас лук. Самонаводящийся. Да, точно. Ну, с вас брать нечего. Добыча. Кто там? Кстати, меня там кто-то видит. Готов. Добегался. Добычу. Играю на джойстике. Сердце накопал. Кожа, копыта. Все, припоминаю, бегать это вот так вот. Ну, готов, голову прям. Он хотел меня напасть. Не, он нам не нужен, брось его. Я думал, с ней что-нибудь интересненькое подобрать. О, а он и корабли. Ау, реки. Красивая все-таки игра. Подкат. Прыжок. Так, постройки. Южных построек. А мне нужно, я так понимаю, огонь. А вон костерчик есть. Вот он стоит тут один. Оп. Кто там следующий? Ты. Оп. Оп. А тот даже не понял, откуда стреляли. Попал. Стража тут бдительная. Да ничего. Кто там? Ух, змея. Змея одна, вторая. Змеи. Ух ты, змеюка. Траванули меня ядом, да? Они двое еще бегут. Опа. Ах ты гад, куда? Раз тебе в руку. Второй раз тебе в руку. Третий раз в руку. А где вторая рука? Не хрен до меня бегать. Куда ты побежал? Иди сюда. Горишь? Сюда не беги, туда беги. А у меня нет стрел, если что изготовить-то. Слышь. Подобрать. Зачем мне подбирать? Не, мне не нужно. Мне стрелы только нужны. Стрелы мне, пожалуйста, верните стрелы. Что-то никого больше не видно. Загорелось. И что нужно поджечь? Флаги.
кораблик какие-то поджечь. Еда. Тут все в сундучке есть. Так. В голову. Ты куда на огонь-то? Что? Так, без палива вроде как есть. Поднял. Значит, сжечь нужно. Слезь. Вот это сжечь нужно. Да кто ж там меня палит-то? Готов. Угу. Так, где там была ваша кораблика или тележка? Что тут? Гори. Горит. Сейчас взорвется. Вот она, еще одна. Там что-то горит. Там нету. Нет, ничего. Больше не вижу. Может быть, там корабль тот поджечь. Где он там был-то? Ух ты, блин. Давай. Ух ты. Какой олень. Какой олень-то наглый. Кстати, вот она, да, показывает. Я не заметил-то. Со спины. Гори. Собьет с них спесь. Подними-ка, что тут есть. А, уничтожит южных построек. Это я одни постройки только уничтожила. Так, сверх ползем. Поднимаемся по лестнице и смотрим, возьмем. А, здесь вот что есть. Катапульт. Вот это хорошо. Давай-ка. Взаимодействовать. Бамс. Самонаводящийся, прикольно. Самонаводящийся, интересненько. Щит тебя. Живой? А, нет, все, готов. Где-то там еще один был. Иди сюда, дорогуша. Опа. Кто еще? Разломала арбалет на той стороне. Значит, это сейчас мы разломаем. R. Кстати, что можно тут поджечь? Вон то. Опа. Горит. Все, сожгу. Там что-то есть, по-моему. Ой-ой-ой-ой. Ах ты! Ты чё горишь-то? Не надо гореть. Ты чё тут сбегался?
Сонаводящиеся. Они горят. Ну-ка тут подберем. О, стрелы, то, что надо. А теперь можно туда перебраться наверх. Ну. Перебрался. Ну ладно. Еще немного. Там что-то осталось две какие-то. Дерзкие торговцы. Река свободна. Зачем ты его? Как мне залезть теперь туда? Ну, залезь ты уже. Не иди сюда. Ничего себе ты насышься. Ты, по-моему, вообще слишком быстрый, чувак. С такой скоростью люди не бегают, с какой ты побежал. Очень быстро бегаешь. Неимоверно. Чего тут можно еще поджечь? Да, больше. Где-то показывал мне еще. Кто? Неужели змея? А, вон он, лукарь. Больше нет никого. Чего тут сжечь можно? А, все, я все, получается, сжег, да? Поживиться даже нечем. Ну, повозка-то вот она одна есть. А что там не горит? Надо мне зажечь. Блин! Гори! Эйвор, ты чё творишь-то? Давай. Похлёбочки-то съешь. Тут что-то есть. Добычка. Добыча. Больше ничего нет интересного. Угу. Стрелы годятся. Так, теперь надо отсюда свалить. Чтобы телепортнуться, потому что красная зона. Ну ты прыгаешь нормально так. Я подобрался. 26, по-моему, 30 стрел максимум у меня. Все. Теперь можно спокойно отсюда уйти, вернемся обратно. Путь в Ирландию сюда. Ну, телепорт. Вернулись мы. В деревню Рейвенстроп. Село городского типа почти. У нас же здесь народ-то нормально так. Домишки такие тут построены, цивильные. Где там? Поговорить с кем? Что-то далеко, по-моему. В смысле, отслеживать задание. Ну, все правильно, в Ирландию сюда. Нет, я не хочу. И потом, краткая история незримых. Хай сам узнаем. Мы же дополнение выполняем. Она уже себе тут лагерь сделала, я смотрю. Как ее, кстати, зовут-то? Она не представилась, по-моему. Азар. Азар. Река чиста, не считая пары тел и кучки досок. Твои товары скоро будут здесь. Значит, слухи о тебе не лгут. Хотя мне так и не ясно, почему ты сестра волка. Из-за шрама на шее. А, тогда меня вызвали бы Азар с одним глазом. Спасибо, Азар с одним глазом. Мои люди помогут тебе построить пост. Значит, я дважды у тебя в долгу.
Передумаешь насчет Ирландии, ищи меня на торговом посту, когда его построят. Кстати, твое письмо нашлось. Вот. Письмецо какое-то. Ирландская застава. Вот что построили. А славного короля Дублина Баридак Мак Имара. Привет тебе, Эвер. Надеюсь, ты порадуешься такой неожиданности. Много лет прошло с нашего расставания. До меня дошла вещь, что мы с тобой теперь живем по одну сторону Северного моря. Уверен, дело у тебя не проворот. Но, может быть, ты найдешь что-нибудь, чтобы встретиться. Заодно наладим торговлю между нашими и твоими норвежцами. Азар как раз ищет, с кем бы еще поторговать. Жду тебя, надеюсь, на скорую встречу. Твой кузен Барит. Так мой родич Барит жив? Он король Дублина? Норны не перестают удивлять нас. Вот так вот. Ух ты, какое солнышко. Ну, ладно. Сейчас отправимся, да. Эйвор, ты все же собираешься в Ирландию? Конечно. Азар, я не могла знать, что король мой родич. Но ведь так веселее, разве нет? Ты не любишь загадки? Признаться, не люблю. Но сейчас была приятно удивлена. Он жаждет тебя видеть. Отплываем? Отплываем. Да, я хочу увидеть эту страну. И Барида. Долго плывут. Корабль надо было поменять, кстати. Или это не мой был? Ух ты. Гнев друидов. Ирландия. Россыпь мелких королевств, спорящих за зеленые холмы и долины. Мой новый дом. Азар, Барит викинг до мозга костей. Как он стал королем Дублина? Мне тоже интересно. Дублин — город викингов, Эйвор. Правда, по его грязным улицам шляются торговцы и нищие со всего света. Странно думать, что Барит — король города. Король нищих. Это только звучит красиво. В Ирландии очень много королей. Страна ими кишмя кишит. И власть Барида непрочна. Здесь все решает Флансина. А это кто? Будущий верховный король Ирландии. Викинги нужны Флану, но он не доверяет им. Барит с ним поладит. В детстве он не слишком любил драться, но всегда добивался своего. Может, ты и права. Во всяком случае, люди его любят. Ну, где причал? Дублин. Побольше моего селения будет-то на самом деле. Люди найдут здесь кров. Пойдем, разыщем Барида. Эйвор! Эйвор! Кровь моей крови! Это ты! Как ты похожа на тетю Росту! Барид! А ты до сих пор похож на мальчишку. Под кого? Много лет прошло с тех пор, как мы швыряли огрызки в старину Ганфрида. Он так нас и не простил. А как Сигурд? Как клан? Как вы все? Рассказ будет долгим, Барит. Дай мне надышаться вашим воздухом. Спасибо, что не дал спалить мои гавани, пока меня не было. Мои гавани?
Да, старик, я могу править городом и без тебя. Старик? Эйвор, ты вовремя. Так, это баба или мужик все-таки? Вопрос. Моего сына Шихфриха. Ему 17. Твоему сыну 17? Да, и характер у него непростой. Пойдем, по пути в мой замок я тебе многое покажу. Королевство, сын и замок. Похоже, тебе повезло в жизни, Баррет. Замок? Это просто деревянный дом. Красивый, да, но в Ширазе в нем и торговец коврами не поселился бы. Что ж, веди меня в свою жалкую лачугу, Баррет. Лачуга, блин. Гляди, город, конечно, еще мал, но здесь самая большая гавань во всей Ирландии. После местной вони еще больше ценишь чудный ирландский воздух. На вони этой гавани будет крепко стоять мое королевство. Азар говорит, что твоя власть здесь не вполне упрочена. Королю Флану трудно угодить. Но торговый Дублин обогатит всю Ирландию. Если убедить в этом Флана, корона останется за мной и перейдет к моим детям. Корона не мое дело, но торговые связи я тебе обеспечу. Поэтому я и доверяю их тебе, старик. И как ты его терпишь? Его, все-таки это мужик, Азар, это мужик. Ну, странный мужик. Больше похож на бабу. Здесь я тебя оставлю. Не опоздай на пир. Я скоро буду. Чё здесь у тебя? Чё там у тебя? А, ты здесь торгуешь, понятно, кто ты. Торгаш. Барри, мой государь. Ифа, это Эйвор. Покажи ей лук, что я заказал тебе для нее. Это кто у нас? Это для меня? Лучница. Какая искусная работа. Так у меня получше мой будет. Лучший лук. Попробуй. Да нет, спасибо, у меня получше будет, по-моему. Успеешь? Я не люблю бахвалиться. Я просто хочу испытать новое оружие. Конечно. Посмотри, как я стреляю. Охотно? Давай. Давай, попробуем. Что, из этого лук, что ли, дадите пострелять? А, она быстренькая. Вон он что. Это прекрасный лук. Спасибо, Баррет. То есть он шустрый так слишком. Так стрелять, едва сойдя с корабля, может лишь настоящий мастер. Да не, из такого слишком. Мне лучше с одного удара, что прям наверняка. Норвежский какой-то лук. Прекрасно, родич. А это что, Дом Христа? Да, это их церковь. Килл Крист. И в Дублине, и во всей стране христиан больше, чем нас. Даже среди норвежцев. Ты миришься с ними? С ними? Я и сам хожу в Дом Христа, равно как и в Дом Тора. Пока Бог хранит меня, я готов беречь его алтарь. А, то есть, получается, это основное поселение, как мое, Рейвенстроп. Дублин из груды пепла. Так и Дублин. Назад викинги были побеждены. Мстительные ирландцы сожгли город. Азар говорит, это город викингов. Норвежцы основали его, а я отстроил. Получив корону, я стал королем развалин. Ну, как отстроил? Ты, конечно, объединил просто всех людей и сказал, давайте, ремонтируйте, стройте. Молодец, что объединил. Вот он, впереди, мой дом. Жалею лишь, что жена и матушка сейчас не встретят тебя. Они отправились в горы. Целебные воды там должны поправить здоровье матушки. А я остался вразумлять моего отпрыска. И устраивать пир. Приготовления уже начались. Королевский чертог. Эй, Баррет, куда? Все от него там тащатся, я смотрю. Да. Вот мы и дома. Отдыхай. Я должен переговорить с сыном. Приходи вечером, я крови. Вас познакомлю. С сыном. Вот познакомь меня. О, ты сестра Баррида?
Роскошный пир, правда? Ну, чё-то я не вижу, чтобы у вас прям тут пир был. Тут три стола стоит, пять человек. Вот здесь, кстати, можно прочитать что-то даже. Коронация Верховного Короля. Скоро Флан Синна будет коронован, и я убедила его пригласить на церемонию тебя. Неотесанный ты дан. Знаю, что ты мечтаешь вновь услышать мое пение, ах да, и заручиться дружбой самого Флайна. Приглашение доставлю тебе сама, Киара. Тут добыча. Повеселиться на празднике. Да, а что веселиться? Я пришел сюда не веселиться, а посмотреть, что, как тут люди живут. А тут что? Письмо от Торстейна. Шихфрих. Что ты ругаешься? Шихфрих, ты должен держаться, как будущий король, а не валяться в грязи. Вот такой, Шихфрих. Так ты решил стать у Флана придворным дураком? Хоть раз подумай головой. Если Флан поддержит меня, корона перейдет тебе. Значит, ты уже дурак. Хватит! Это сын его, походу. Мой сын Шихфрих. Извини, я пойду пройдусь. Поговоришь с мальчиком? Ну, здорово. Я давно хотела увидеть сына моего брата. А, так это тебе отец вечно талдычит. Старый дурак решил, что нам тут мало викингов. В Норвегии от тебя осталось бы мокрое место. Так что ж, докажи, если только не трусишь. Ладно. Мальчишка. Щенок. Куда тебе против меня? Щенок. Щенок, ты хотел? Получай. Мне просто солнце в глаза слепило. Спасибо, что ты меня не прибила. Мне вовсе не нужна ссора с тобой, Шихфрих. Отец высоко ценит тебя. Я хотел знать, правду ли о тебе говорят люди. А о ком ее говорят? Барит хороший король. Тебе не по душе правление отца? Он мог бы быть славным королем, но вместо того притворяется жирным торговцем. Тебе бы подавать Норвегии. Тебе не помешало бы съездить в Норвегию, юный викинг. Я бы поехал с отцом. Может, там он снова станет воином. И в Дублине будет грозный и справедливый король. Ну, давай, пора мне. Я давно не видела твоего отца. Как думаешь, где он? Он хотел пройтись. Значит, пошел на могилу деда. Отец ходит туда поговорить с ним почти каждый день. Барит может говорить с мертвыми? Нет. Он просто стоит там и разговаривает. Могила на вершине холма. Я его найду. Спасибо, Шихфрих. Какое имя у тебя? Эйвор, а ты потом научишь меня так драться? Может быть. Но не обещаю. Так, карту. Ага, ничего себе, вот эта карта нам какая открылась. Ульстер, Миде, Конахт, Дублин. И здесь что-то прям уже прям захватить можно. Возможность для набега. Мощность, ну мощность у меня нормальная, мне хватает. 55-й, то есть везде. Мне не показано, какая здесь мощность. Мощность. По-хорошему бы открыть вот эту вот карту бы. Полезли, слазим, что ли. Засинхронизируем. Вот что-то там было. Маска. Угу. Что вы там все разблокировано, разблокировано какие-то... Неинтересно мне. Опал.
А ты в трубу, что ли? А, нет, мальчишка, я думал, этот Ших... Шиф... Хифт. Или как его? Ших Фрихт. Имя какое-то. Фих выговоришь. Где у вас тут? Сюда, что ли? А-а-а. И в солому. Опа. Сейчас мы залезем. Понять только как. Килкрист ваш. Эй, ты куда собралась-то? Сюда не надо нам. Нам нужно наверх. Где у вас тут окон? Нет, чтобы она в окна не залазила. А здесь можно спрыгнуть. Прям. Латаешь. Скажет, приехал тут Дублин и давай тут лазить по крышам. Сумасшедшая. И уже дождь пошел. Ну, типичная Англия. Ну, вверх. Засинхронизируемся. Посмотрим, что здесь в округе есть. Интересненько. Да, облачка такие прям. Чисто английская погода. Во, карту открыли мы. Нормально. Это что такое? Ран Андуин. Торговый пост. Заброшен. Все можно захватить. Тут нам не нужно. Что-то есть. Итак, что нам нужно? Тут золотишко. Ну. Тут золотишко какое-то есть. Можно сходить, взять, попробовать. Если там ничего сложного. Точки интереса. Киса. Где-то. Здесь лучше вести себя тихо. В смысле, а что тут такого? А, тут это. Гавань. Здесь какие-то. Кто такие? А кто это такие? Я что-то не понял. Не, вот это я не хочу точно. Отмщение. Убили его. Никого нету. Куда они делись? А, вон он. Вот я спрыгнул. Ну. Щитом добить. Залезь вверх. Я не думаю, что я там здесь вам нарвусь. Пришел за золото, называется. Где они там? Выходите, вон они. Раздроблю твой. Да я. Ты чё падаешь? Кто там? Ух ты, сколько их там. Копьями. Ничего себе. Да и косая. Иди сюда. Да хватит мне кидаться тут.
добить его так. Ты еще тут. Куда не беги! Да я здесь. Да. А у него тоже становящийся. Готов. Ну, попади там по нему. Готов. Там еще один. Добычу. Косой. Ты тварь! Да. Точно? А может, ты все-таки... Ты, может, тварь, а не я. По-моему, вы твари. Я просто пришел за золотом, а вы тут на меня напали, понимаешь ли. Кто там? Иди сюда. Твое время вышло! А может, твое сейчас выйдет? У тебя кончилась жизнь, чувак. Больше нет, всех убил. Чувак, чё ты тут, с кем тут дрался-то? О-о-о. Ну ты, блин, даешь. Не, не хочу тебе помогать. Ты сам виноват. Чё же здесь у вас есть? Бочка, значит, там нужно как-то взорвать. Тут пройти можно. Не открывается? Так, ключик нужен. Ищем ключ. Похлебочка. А ключик внизу, что ли? Нет, здесь золотишко. А чем же взорвать-то? У вас есть тут бочки какие-нибудь или что-нибудь того? Так я, получается, золото не возьму. Бочек нету. Ты пятишься назад. Итак, прочитать. Письмо то, что на набегах. Хотите, почитайте. Да поставьте на паузу. Попал очередной. Ну, слезь. Стрелы, тоже много потратил. Итак, а ключик, мне бы найти ключик. Вот тут что-то есть, сундучок. Есть, а вот она, можно и подобрать. Сейчас подберем, взорвем там. И достанем золотишко. Ключик, походу, где-то внизу он показывает, под землей. Да иди, иди, не падай. Повезло, что недалеко оказалось. Вопрос, а как ее положить? О, а теперь взорвем. Ну... взорвал и сгорелся заживо, скорее всего. Чувак, ты валяешься не вовремя. Че, это за тебя отомстил нечаянно, получается, да? А че с него взять-то? А, добить наверняка. Ну и так и быть. Ну, по-моему, кирдык ему. Ну все. Я с него подобрал все, что можно было. Вопрос, а где ключ может быть?
Тут вот что-то есть. Еда у меня максимум. Здесь можно взорвать, но не взять ничего. А, там вон, наверху. Ну-ка, ну-ка. Ну я же убил. Да отправишься ты на пир все отца. Да, отомстил я за чувака нечаянно. Не хотел, но зато поддали. 2 очка навыка. Неужели у меня есть ключик? Да ладно. А найдите ключ. Где? Где я должен найти ключ? На карте не видно его. Тут опять золото. Тоже заперто. Пролезть можно через верх. Это мы уже знаем. Походу ключ у тебя, что ты там какой-то подозрительный чел. Залезь вниз. Ну ты будешь залазить вниз? Видим, не хочет. Да, с этой стороны. Не ломается. Да ладно. А, то есть она не может залезть из-за вот этой вот фигни. Что это такое? Добыча. Она не может залезть сюда. Тут не открыть, только с той стороны. То есть я должен оттуда выстрелить? Сверху? А, ну ладно, сейчас попробуем. Или отсюда пробраться. Ага, сейчас пробрался. Ну так я должен был это... А почему не сбил? На самом деле легко было достать, но почему-то, видимо, с огнем нужно экспериментировать. А, вот что я промазал. А теперь оттуда я достану и засов сломаю. Ну что-то новенькое придумали, не просто так залезть и спокойно взять. Залезь наверх, пожалуйста. Окно открылось. Открыть я могу. Оба. Раз. Два. И забрать добычу. Сыт Вольфрама. Но мне он, наверное, пока что вообще не нужен. Мне, у меня прокачанный. Я бы только раздобыл, получается, здесь. А вот ключ где спрятан? Вопрос. Вот титан, да, титан пригодится. У меня, по-моему, там не все прокачано. Мне даже стало интересно. Навыки. Навыки. А, новая ветка появилась. Еще продолжение. Вон оно что. То есть они добавили еще прокачку.
Итак, смотрим тогда, что здесь у нас. Это поиск стрел. На трех вражеских лучах чаще обнаруживаются стрелы. Щиты наготове. Мощные удары. Маркетант увеличит шанс найти провиз, собирая добычу с тела. Это нам не нужно. Вот это что? Холодная ярость. Не прорываются. То есть, вот от мощных ударов. Длинный меч. Я не использую критические удары. Я лучником все-таки больше играю и копейщиком. Вот как раз-таки здесь ускорение Даракара. То есть быстрее плавает. Хватка ассасина. Добиваю я их быстренько. И вот как раз-таки вероятность критических ударов в дальнем бою. То, что надо. Устойчивые слабые удары. Могу это качать? Не могу, потому что у меня 2 очка всего лишь. В дальнем бою. Легкий лук. Око. Ага, то есть лень по мне бьют, а мне все равно. И копье. Да, ну все правильно, я начал качать, в общем. Вопрос, как туда добраться? Я забыл, откуда я ушел. По-моему, отсюда. Увидит, сразу нападу. Да тут никого нету. Я всех убил уже. Я только ключ не смог найти. Говорит, ключ. Ключ нужен, ключ. И где же ваш ключ? Раньше я мог вот так вот нажать и увидеть, у кого ключ. А сейчас ни у кого не видно. Очень странно. Там золото. Ну, здесь нет никого. У кого мог быть бы ключ. Вас я всех облутал. Нету. Блин, плохо. Тут ничего такое. Здесь что-то. Вернитесь, жертвы. А, жертвоприношение здесь. Не, я этим не буду заниматься. Возможно, ключ мне дадут по сюжету. Потому что я, ну, не вижу я его тут нигде. По заданию нам куда? По заданию нам не ясно. Ищите на вершине горы у большого дерева. Вершина горы какой-то, большого дерева. Чего же я тут должен найти, если здесь это? Возможно, это не здесь даже. Там, кстати, вот что-то наверху есть. Сейчас посмотрим, кузнеца, что тут есть. Что-то он далеко слишком. Да и слезь ты с этой коряги, залезла. Новые свиньи. Давай посмотрим, что у тебя есть, может быть. Как приятно тебя снова видеть. Я хочу посмотреть твои товары, давай. Можно взглянуть на товар? Что у нее есть тут? Изменить вид. Ослабить снаряжение. Вот. Недокачан. А, нет, это мне не вставлено туда что-то. Не вставлено. Какой, кстати, у меня лук используется?
Я даже не пойму что-то. Используется. А, вот этот лук. А так он у меня прокачан. У меня все прокачано. Щитов тут, каких нарукавников разных, вообще сетов просто немерено. Не нужно мне ничего. Снаряжение ослабить. Снаряжение. Зачем ослаблять? Что это дает? А, типа... Зачем это делать? Ухудшить, типа... А, вновь получены предметы. То есть, все, я понял. То есть, я прокачал предметы. Если захотел вернуть, пожалуйста. Это что такое у нас? Иметь внешний вид. Ну-ка. Типа, можно вид... Будет как выглядеть. Ну, что-то вот... Маску применить вместо шлема. Не, я уж привык со шлемом бегать. Ну, то есть, теперь ты излучаешь силу. Да ничего я не менял, походи. Мне пора. Увидимся. Все, я понял, для чего ты кузнец. Особо тебе ничего не сделаешь. То, что мне нужно. В вашей церквушке там где-то что-то есть. Надо наверх залезть через внутрь. Кинкрист. Она проста, где погребение родня? К югу от Дублина. К югу от Дублина, вот куда мне нужно будет отправиться. А, пока я наверх залезу. Ну, залезь наверх. Так, говорит, вот там. И как тут залезть-то? Ну, блин, вот сюда, да. Да. Что тут есть? Какой-то манускрипт прочитать. Дневник монаха. Монах какой-то тут писал про какие-то яблоки, про еду, значит, сюда. Сундучок спрятали. Опал очередной. И какую-то книжку. Элемент разблокирован. Я понял. Не нужны они. Здорово. Дайте пройти. Ну что тут, расступитесь, стали тут посеред дороги. Разойдитесь в сторонку-то. Итак, нам нужно отправиться на юг. Юг у нас сюда. Горд Кнаф, скорее всего, вот сюда. Че ты пугаешься? Как мне мою плотву... вызвать. А, вот здесь вот можно взять. Оседлать пах. Извините, но я вас лошадь у вас забираю. Мне нужна такая кобыла, нужна самому. Судя по всему, по крестам вроде как правильно. Двигаюсь, да? Да, и, кстати, у них тут полным-полно вот таких вот каменных заборов в Ирландии. Как ни странно. Вот какая-то вершина горы.
За крови. Ну, в принципе, правильно. Только как-то залезть. Вот вход. Горд. Горд Кнаф. Трава какая-то. Сыроежку съесть. Не нужна она мне. Там белка какая-то бегает. Можем ее убить, конечно. Но только от нее ноль. Выносится вообще. Или кто это? Или бабочки какие-то? Эх ты. Убежала белка. Угу, сюда, видимо. Вершина, вот она, это дерево. Да, вот он, нашел я его. Барит. Барит. Ты на страже? Король всегда должен быть на страже. Когда я сердит или огорчен, всегда прихожу навестить дух отца. А я даже не спросила о нем. Как-то знала, что он... Да, он умер давно. Принял смерть в битве, как и было суждено. Теперь он в чертогах Одина. Моя семья в долгу перед тобой. Той зимой, когда твоя семья жила у нас, я помню, как ты родилась. Вопила, как воин в бою. Тот год был мор. Насколько он старше, ее интересно знать. Приюта. Кроме твоих родителей. Я обязана им жизнью. И какая тогда была жизнь? Помню, как мы с тобой улизнули на охоту. Посреди ночи. Звезды, лунный свет на снегу. А то есть нам сейчас воспоминания придется проходить. А, нет. И с тех пор я ношу этот шрам. Сочувствую. Откуда тот, что у тебя на щеке? Этот? Знак богов, что не стоит быть тщеславной. Кто за ним следит? На все наши байки и недели не хватит. Ты что-то заметил? Наверное, показалось, но лучше нам вернуться. Кто-то следил за ними. И где же он тут следил? Странно, порой от шороха волосы встают дыбом. Клянусь Мьёльниром, Барит, я просплю неделю. Тут кто-то следил. Стоишь, наверное. Помнишь, как мы ночь напролет гонялись за блуждающим огоньком? И догнали? Я смутно помню, что однажды поймала. В общем, смысл подбирать золото и все остальное я не вижу, потому что я прокачан. Остальные вещи, которые есть, я их что-то не очень хочу надевать. Мне нравится, я привык копьем, луком вот этим стрелять. Барит Макымар, сложи оружие! Ты кто? Прочь! Схватить его! Связать руки! Что это за жрот? Будьте вы прокляты! Готов, один. Вот какой. Сейчас мы убьем. Хотел добить, не получилось. А что-нибудь с них можно получить? Кто это был? Вот это вот прям сюрприз был. Эй, итак. Эйвор, я получил корону не без сопротивления. Сын моего предшественника, Торстейн, затаил обиду. Об этом ты мне не рассказал. Ты здесь в гостях. Не взваливать же на тебя мелкие хлопоты. Мелкие хлопоты? Теперь ясно, отчего ты хмур весь вечер. Да, скверное дело. Вот почему-то позвал к себе. К себе, вернее. Он считает, что ты отнял у него корону. Возможно, но не похоже, чтобы он хотел править. Он со своей шайкой просто грабит людей и довозит тайком товары. Для викинга это почти шалости, но Флан вряд ли взглянет на это так. Будь начеку. На улице вышли грабители. Так он деньги зарабатывает для того, чтобы купить, нанять войска.
Скорее всего, я так предполагаю. Чтобы напасть потом. Чего? Заходи в свой домик. Что? Вам известно, я не из тех, кто рано покидает пир. В чем дело? Нас подстерегли люди Торстейна, о котором мне не сказали ни слова. Не диво, что король Флан недоволен, Баррет. В твоем же городе викинги не слушаются тебя. Торстейн выставляет меня еще большим глупцом в глазах Флана. Ясно. Немилость Верховного Короля — вот что важнее всего. Брат, я улажу дело с Торстейном. Нет, не хочу втягивать тебя в этот позор. Может, если дать ему серебро, он уймется? На неделю или две, а потом возьмется за старое. Я покончу с ним раз и навсегда. Эйвор, это не твоя битва. Ради всех твоих богов, Баррет. Пусть Эйвор поможет тебе. С этой минуты, Баррет, мой клинок твой. Я сделаю все, что нужно, чтобы вернуть тебе милость Флана. Эйвор, я никогда не был так рад. Твоя семья спасла нас много лет назад. Помочь тебе удержать власть, лишь отдать долг. Я начну с Торстейна. Быть может, Шихфрих что-нибудь знает. Он прежде знался с людьми Торстейна. Увы, да. Завтра ты найдешь его на рынке. После ночи возлияния он часто ходит туда поутру. Значит, поутру и начнем ковать узы дружбы с Верховным Королем. А вот и утро. Где она, интересно, что за домик-то? В каком домике она спала? О, хата тут даже есть. Баррет сказал, Шихфрих где-то на рынке. Надо расспросить мальчишку о Торстейне. Продолжим уже в следующей серии. Спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Рысь какую-то нам тут дали. О, рысь. Круто. Ладно. Всем пока.